В американском штате Миннесота подсчитывают число первых жертв снежной бури. От стихии уже погибли 4 человека. По данным местных властей, ранняя зима застала всех жителей врасплох. Многие автовладельцы еще не успели переобуть своих железных коней для зимнего периода. Только за минувший понедельник в регионе зафиксировано более 1000 ДТП. Арктический холодный воздух идет со стороны соседней Канады. Синоптики сообщают, что сразу в 48 штатах на севере, в центральной части страны и на востоке температура воздуха может понизиться на 15 градусов. На высоких равнинах ожидаются толстые слои снега. Далее холодная волна двинется на юг страны.